встречу с подругой на выставку картин. Так что будьте со мной. Голубочки все здесь на дереве. Такое небо сегодня голубое. И вообще прекрасная, прекрасная зимняя погода мартовская. В здании филармонии находится выставочный центр Русского музея, также филиал художественного музея. Игра и страсть. Такая тема выбрана из Русского музея. Пошла, ну-ка стой, помаши мне ручкой. Мы пришли, пришли и будем обозревать. Вот. Вот. Картина, конечно, великолепная. Около каждой можно стоять, смотреть, смотреть, все рассматривать. Так все реалистично. Но снимать было нельзя. И вот все, что я смогла, я засняла и показываю вам. А кто хочет поподробнее ознакомиться с выставкой, приходите в нашу филармонию, художественный зал Русского музея. Вам понравится.